Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я готовлю татарлума, армянское блюдо на бульоне. Готовится на костре, как борщ. Булдышка, ножки. Ну, у меня диетическое, говяжье все. Чуть-чуть будет по-другому. Так, я вот эти листья, если вы смотрели мои предыдущие видео, там были листья от капусты такой, листовой. Я вот нарезала. Нарезала. И сейчас мне надо закинуть. Они где-то долго будут твориться. Так. Вот кочаны тоже есть чуть-чуть. В это время ставим сковородку. Нагреется. Масло чуть-чуть. У нас бульонша. И добавляем туда чеснок. Поджарка только чеснок. И чуть-чуть можно томата или морса. Чуть-чуть поджарим. 2 минуты. Чуть-чуть морса. Чуть-чуть. Ой, вот так. Для красоты. Вот, видите, как у нас уже они размякались, где-то готовились час. Видите, вот такая еще должна повариться. Она должна мягкая. Столько мяса, конечно, я накидала. Будет такой наваристый, вкусный будет, как я давно мечтала об этом. Вкусняшка. Вот. Сейчас мы добавляем сюда кукурузной муки, чуть-чуть. Так, чуть-чуть, чтобы она была погуще. Если у кого нет кукурузной муки, можно добавить манку, только немного, чтобы прям каша не получилась у вас. Вот так, пусть варится. Сейчас она чуть-чуть загустеет. Сейчас добавлю. Поджарку. Так. Так, и сюда. Все размешать, чтобы чуть-чуть цвет был. Так сильно не надо. Вот такое. Больше зеленое блюдо. Вместо зелени у нас идет мята. Видите? Так. Все пусть вкусы соединяются. Будет запах, аромат такой вкусный. Так, добавляем соль. Я на глаз добавляю всегда. Только перец я добавляю. Чуть-чуть, чтобы горько было. Еще не запустил. Пусть теперь готовится. Попробуем чуть-чуть. 15 я выключу. Будем пробовать. Так, все, у нас готово. Видите, я одной рукой держу, а другой буду наливать. Сперва идет вниз. Вот так. Листья. Потом тут мясо. Вот так у нас должно быть.
будет мясо еще добавлять. Так, водичка. Так. Все. Так, у нас будет... Это совсем другой вкус, чем у другой капусты обычной. Это другой вообще вкус. Можно голубцы с них делать, все. Поставить. Потом варить. Можете фасоль сюда добавить. Очень будет вкусно. Очень вкусно получилось. Кто любит погуще, можете еще добавить кукурузной муки побольше. Так что приятного аппетита. Делайте очень легко. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь под канал. Всем приятного аппетита. Всем здоровья.